То ли на радость, то ли на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветущие поляны. Для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды. Для тебя, безумный мир наш создан. Для тебя, живу я под солнцем. Для тебя. Зайка моя. Спасибо, солнышко мое. Всем доброго, предоброго утра. Сегодня 8 марта. Я съездила по рабочим делам, возвращаюсь домой, ждут меня девчонки. Сейчас, наверное, часов 10 утра. И хочу зайти в магазин «Метрополь» в честь праздника купить тортик. И, конечно, хочу еще цветочки найти к ним, девочкам своим. Ну что, прекрасно. Вот у нас цветочный магазин. Но сперва, наверное, схожу в «Метрополь». Вот и магазин «Метрополь». Сейчас посмотрим, что мы там сможем купить. Обычно там очень хороший выбор. Я считаю, «Метрополь», «Север» – самые лучшие кондитерские изделия. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, вас тоже с праздником. Спасибо. Что-то я склоняюсь к тортику все-таки. Все-таки к тортику. Сейчас посмотрим. Здесь посмотрели. Тортик от 7 числа. Да. Мулен Руж, какая красота. Скажите, а Мулен Руж, что там внутри? Такие все торты красивые, трудно выбрать. Миндальный тортик. Ладно, сейчас что-нибудь выберу. Вот этот мы на работе, правда, тоже очень вкусный. Возьму Мулен Руж. Спасибо большое. Хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо. Ну что, девчонки, мои будут счастливы. До свидания. Останется купить цветочки. Спасибо большое. Идем за цветочками. Какие тюльпаны шикарные. Здравствуйте. Здравствуйте. Хороший выбор такой. Девочки, это что-то, это что-то. Я хочу весенние цветочки в розочке. А, давай, даже не ошибаться, я должна. Какой-то такой, чтобы стоял. Скажите, а это уже готовые букетики? Да. 200.
Не можно один пункт взять. Так, вот этот красный. Вот этот красный. Угу. Вам маску слегать? Да, да, вы знаете, сейчас такой мороз. Лучше экспериментировать. Все, два букетика. Анжелика уже режет торт. Кто-то вот конфетку отсюда убрал. Не тут. Она тут была, видишь? Крошки. Можно ее сюда поставить, в принципе. Мне будет такой хороший. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Можно мне? Можно, можно. Ложи вот этот. Я еще хочу этот. Кусочек шоколада отвалился. Ой, девочки, какой торт. Ой, хороший торт. А можно я возьму кругляшок? Просто мне интересно. Можно, конечно. Это конфетки. Вам тут хватит. Это вот кругленькие, это конфетки. Ну как, Санечка? Вначале вкусно. Друзья, ну смотрите, смотрите. Пришла Анжелика. Посмотрите, какое чудо ей подарили. Вот такой вот подарочек. А внутри чупа-чупс. Огромный чупа-чупс. Такой букетик мальчик подарил. Чекусь, тебе понравился букетик? Всем привет, друзья! Это цветочек может быть? А ну-ка проверим. У кого куча фиолетовых медок? Я поняла, это кактус. Почему он не двигается? А, этот кактус. Вау! Танец для вас. А где музыка? Кактус! Включай музыку! Хорошо, сам напросился. Ну ладно, хватит. Ладно, пока, кактус. Похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Ты похож на кота, хочу забрать тебя домой. В моих глазах темнота, а в твоих глазах покой. Расскажу тебе все, что я надумала за год. Ведешь домой не спеша, меня там никто не ждет. Это Санина любимая песня.